известный во всем мире брокер Forex Trend выступил с предложением нового, вполне оригинального решения по реализации пластиковых карт. Сделал брокер это вместе со своим давним партнером фирмой ePayments из Британии, лидером в области электронных платежей. Ведь на данный момент времени большинство клиентов компании на своем опыте смогли убедиться в преимуществах работ с финансами именно подобным образом. Они говорят о том, что сами карты привязываются именно к торговым счетам. Этот факт дает возможность выводить на них средства без каких-то лимитов и ограничений. С таких карт можно вести покупки, снимать деньги в банкоматах без лимитов. При этом существует для ATM транзакций неограниченное число транзакций, а общее число снятий за один день лимитируется $3000. За посттранзакции плата не берется, а за ATM транзакции $1.50 за каждую операцию. Важно и то, что перевод с новых карт от брокера Forex Trend и ePayments на иные карты вне системы нереален, но есть возможность вывода денег на WebMoney. Также можно работать с этими картами в личном кабинете и есть доступ к интернет-банкингу, внутренним переводам, переводам на иные карты и счета. Для заказа карты надо использовать специальную форму в аккаунте на сайте брокера. При этом заказе клиент соглашается, что его личные данные из верификации переданы будут фирме-эмитенту карт ePayments.